С нами на связи Александра Ашанова. Саша, какие новости? Доброе утро. Доброе утро. В художественной галерее Михаила Савицкого открылась выставка художественной фотографии «Рис и образы Вьетнама» члена Белорусского общественного объединения фотографов Союза фотохудожников России Сергея Михалюка. Спойлер, захочется на отдых и еще поближе познакомиться с этой страной. Экспозиция собиралась на протяжении 5 лет. Это работа над художественным проектом черно-белой фотографии. Это было несколько поездок в Вьетнам, потому что, на мой взгляд, в мире осталось не так много мест, где можно и сегодня наблюдать, как люди живут в гармонии с природой. В данном случае тема названия идеи проекта «Рис и образы Вьетнама». Они живут вот в гармонии, и тот самый рис, он является связующим элементом, вокруг которого построена их жизнь. В фотоэкспедициях по Северному Вьетнаму Сергей Михалюк познакомился с образом жизни и традициями жителей вьетнамских деревень, собрал огромный фотоматериал. В экспозиции представлено 55 фоторабот, которые прошли тщательный авторский отбор, наиболее полно и точно передают дух этой удивительной далекой страны.